Мы, новое поколение, помним и чтим память о наших земляках. Сегодня я бы хотела вам рассказать о своем земляке Пугачеве Анатолии Ивановиче. Пугачев Анатолий Иванович родился в деревне Новино 3 мая 1919 года. Пугачев отличился при форсировании реки Южный Буг. С третьей попытки ему удалось пересечь реку. Тогда, закрепившись на правом берегу, в течение 2 суток они отразили 9 контратак. На 3-е сутки, когда бойцов осталось всего лишь 3, прибыло подкрепление. Пугачев лично вел огонь из 2 пулеметов, переползая от одного к другому. Был тяжело ранен, узнал о присвоении высокого звания только после госпиталя. Пугачев удостоен ордена Ленина и 3 орденов Красного Знамени.